Я понял, окей, ладно. Сама машет. Ладно, окей, хорошо. Мне каждое слово смешно. Ладно. Чтобы... Всем привет, друзья! С вами я, Вова Миронов, и сегодня мы с вами будем делать реакцию на Wright Mix. Да, это она называется Wright Mix. Я не знаю, это там на ударение произносится Wright Mix или Wright Mix. Нет, допустим, Wright Mix или Wright Mix. На то ударение на первое или на второе. Я не знаю. Wright Mix или Wright Mix, неважно. Ну, короче, у него тут всего 3 видео, да. И, кстати, ребята, этот мальчик, тот, который, я на него мальчик, который делает реакцию, это не Лептончик. Я про Лептончик, кстати, напоминаю, то, что про Лептончик там канал, мне осталось сделать последнюю реакцию, да. Осталось сделать последнюю реакцию на канал Лептончик, и вот появился еще один мой новый подписчик. Ну, так сказать, не знаю, под это, ну, короче, этот мальчик, да, это мальчик, и те, кто, если из моих друзей кто-то понимает, кто это, ну, если мои одноклассники понимают и не понимают, вот, я не уверен, что мои друзья понимают, а мои одноклассники, наверное, хорошо понимают, кто это. Ладно. Плейлистов у него таких нет, у меня их там много. У него там, не знаю, сколько. Вот у него, кстати, описание. Разный позитивный контент по Genshin Impact. Я не знаю, что это за игра, но я про эту игру где-то слышал. Он про эту игру уже снял 3 видео. Но это я помню, вот это сегодня, кстати, снимал финальное прохождение про Sonic the Nightmare Beginning. На это я это прошел. Он, кстати, тонал создал 2 августа 2019 года. Нифига себе. Нифига себе. Вот это да. И 9 просмотров. Жалко. У него, ребят, кстати, этого дата было очень, ну, 12 видео у него тут было, а почему-то 3. Ну, это не важно. Первое видео у него выходило 2 недели назад. Второе... 3 дня назад, 3, 2 дня назад. О, кстати, я вижу то, что он 32 минуты снимал. А, ну это значит, что он типа, а там можно сказать, в Ютубе полностью зарегистрировался. И теперь он может снимать больше 15 минут. И еще делать тортинки. Ну, тортинки это типа, например, там... У меня там кто-то по математике прислал, ура. Ладно. У меня там группа по математике кто-то прислал. Ура. Ну, это, ладно, неважно. Короче. 26 сентября 2022 года. Почему-то он видео не назвал. Кстати, напоминаю, он снимал на It's Retorted или на Моби... А, он снимал на Мобизин. Ну, окей. Мобизин это специальное приложение, которое можно снимать на телефоне. И можно так еще снимать на Майнкрафт. Вот, господи, 3 минуты разговора. Ладно. Кстати, ребят, вы навершите все звуки, поэтому я, наверное, телефон поближе. Вот так сделал. Все, это папа, я на так дал. Угу. Слышали звуки. Ладно. Мона, Цицей, Цин, Небесный, другие. Помолится один раз. Новый персонаж или что? Ну да. Фишлы. О, кстати, вот его там ход я видел. Фиш, новый персонаж у него. Я хотел прямо сейчас один встретиться. Отмена подтвердить. О, кстати, смотрите, и дружок, это мне напоминает. О, блин, я сайт забыл сделать вот так. Все. Блин. Мне нужно... Да, господи, а, все, вот так.
подписаться. Вот, кстати, я на Variety Meets подписался, но на телефоне, я имею в виду, я подписался. Тут это бюджет. Блин. Еще раз. Радар. А, есть один вопрос. Как он снимает? А, я понял, как он снимает. А может, это вообще не он снимает, я не знаю. Ну, по сути, это он снимает, но так он снимает. Я не вижу у него мобизина, не вижу даже. Как он снимает? Я не знаю, кто он снимает, ладно, таким приложением. Ладно, окей, хорошо. 12 октября 2022 года. Тут, кстати, в этом видео у него ни одного голоса не было. Окей. И всем привет, с вами Ритмикс, будем... А, что я говорю-то? В Ритмикс? Надо в Ритмикс говорить. Вот ты. О, вот теперь я вижу, что он снялся на Мобизин приложении. Ритмикс будет выполнять задание, потому что у меня что-то лично что я это видео, кстати, не буду полностью смотреть, потому что за одно видео я не смогу посмотреть полностью. Во-первых, мне нужно посмотреть где-то 18 минут, а то я не хочу, чтобы у меня на телефоне было недостаточно памяти. Вот, вот и такие проблемы тоже происходят. Не, я буду это смотреть видео полностью, но только каждый раз по видео. Вот в этой, вот в этом видео, которое вы сейчас смотрите, да. В следующем видео я это видео продолжу смотреть. Давайте посмотрим, сколько у меня есть молитв. Молитв? А, о, не молитв, а как они, камни стока, да? Так, он... Дола, стату Вадима, но только чуть-чуть, ну ладно, не важно. У меня 42 штучки. Да. Все, понятно. Давайте... Кстати, ребят, есть одна плохая новость. Диста ДТ 5 у меня не будет. Да. Одна плохая новость. Я думал, привезет ли мне Максим ДТ 5 или нет. Дист. Но Атаса, ребят, нет. Он не принесет. А знаете почему? Потому что мы купим деньги на компьютер. На мой компьютер, да, купим деньги на мой компьютер. Это вам секрет рассказал. Напоминаю то, что день рождения у меня через один день, 18 октября. А те, кто смотрит меня. И те, кто знает, где я живу, можете приходить 22 октября на день рождения. Ну, потому что 17 октября день школы. Да, я хожу в школу. Ладно, вот смотрите, а, что-то я заговорился. Вот вот. Не знаю, слышал он. Идем смотреть, что у меня за награды. Блин, отключись, мне надо похавать, купить, алло. Давай, Сара. А то я так без еды останусь, у меня потом еще еды так просто не хватит. Наличие сильно, чего? Пальцы. Угу. Ай-яй-яй-яй-яй. Идем сюда. А, экспедиция. Получить. Все, вроде как больше никого нету. И для чего вот мой айдишник. И все, и будем сейчас смотреть какие-нибудь задания там. Я, кстати, напоминаю, то, что я тогда-то смотрел, делал видео под названием «Выживай в Майнкрафт», но не тот, который там был написан «Выживай в Майнкрафт» снова, а просто «Выживай в Майнкрафт». И там я снимал видео даже больше, чем здесь. 41 минуту, да. У меня памяти было недостаточно,
Но это я видео не редактировал, поэтому я решил... А, мы же с вами говорили, сегодня мы не задание будем выполнять, а это, вот эти вот штучки, мы что, телепортируемся вот сюда, чтобы... Я понял, окей, ладно. Замажет. Ладно, окей, хорошо. Мне каждое слово смешно. Ладно. Чтобы... Ладно, окей, хорошо. Это чего? Короче, мне надо... Ты хотел что-то сказать на мама-мама, но ничего не получилось, да? Пожалуйста, чтобы они не извините. А ты круто понимаешь, если... Ну, вот, всё нашёл. Ты, главное, не... А далее ты всех радуешь. А, ну, да. Да, 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 могу еще я там, допустим, взять. Да, там он у меня на 37-м. Вот эти вот я буду, короче, проходить и снова получать предметочки. Вот эти, которые прокачивают персонажа. Мне надо с руковой. До конца. А потом, в принципе, я не знаю. Нет, там мутанты есть, не спонтали мутанты. Но тут ульта понадобится, блин. Тут Кэй самый действующий. То, что он лёд, он сильнее этот всех выйдет. Тем более, если сейчас у меня еще ульта накопится, это вообще круто будет. Да, на костюм закрыл. Стоп, стоп, давайте еще раз это послушаем, что он там сказал, что. Вот в этой игре. Если ульта накопится, это вообще круто будет. Да, на Пошло слово, сказал слово доширак. На костюм закрыл. Ну все, я просто не забрала. Вот, а так, где у нас еще там есть? Ну, давайте сначала вот это. Ну, ты видишь, их просто. Я. Всё, у меня есть индустрия. Нет. Ну, иди, зачем ты меня звонишь? Кстати, кому показать баг, как сделать... Сами посмотрите, сколько у меня... вот этих штучек переводной переводной смолы. Запутался немножко. Так, я еще не могу перевести. То есть у меня нету. Короче, если у вас тут будет переводная смола, то вы сможете, получается, что сделать-то? Блин. Вы сможете обменять там на пару тысяч, если у вас там будет прям много. Не знаю, допустим, если у вас будет... Вот у моей сестры было 16 переводной смолы. Такой слабой переводной смолы. То она взяла, перевела и ей дали 1000 с чем-то штучек. Пожалуйста, если кто-то даже заметит это видео, напишите, пожалуйста, и мне еще видео и приснимать. Ну окей, хорошо. Не, ребят, я сейчас не буду затанчивать видео, я просто хотел посмотреть, есть ли у него лайк. Вот здесь пока нет лайка, 2 просмотра. Один просмотр, он, наверное, не знаю, кто-то его смотрел или он сам смотрел. А второй просмотр, это, наверное, его подписчик. А третий просмотр, ну, третьего просмотра тут нет. И третий просмотр, это буду я, скорее всего. Ну, или я второй просмотр, я не знаю. Просто мне очень любопытно сейчас, что именно такое вот... снять, чтобы было подходящий вес. Кто упал? Давай, снять. А, индоксидон. Ай-яй-яй. Так, мне нужно видео записать на 30 минут. Иначе ждем 30 минут. Ты, конечно, не волнуйся, но я даже иногда снимаю да, больше, чем 30 минут. 40 минут. Я одно видео снял на 40 минут, но 41 минуту, ну, одна минута, не знаю, считать, нет, ну, ладно.
Но все равно кто-то снимает больше, кто-то меньше. Это не важно. Я понимаю, это у него 3 персонажа. Ладно, окей, хорошо. Это у нас... Это босс. Это одолеть всех врагов. А это разве не враг? Да, он на босса похож. А, вы серьезно? Так легко? Да, вот я о том же. Так легко? Ну, я о том же. Так легко? Так легко? А, ну, еще надо. На 40-й повысит прыжок. И мы уже знаем наизусть его так и все. Давай, давай, быстро. Мне надо задание выполнять. Оп, электро, давай, вот так ему. Надо вот за К играть, потому что хлопок будет, ну, а, это блин. Так, окей. Я крыс. Понял то, что он. Нет, ты куда? Он упал. А. Лошар. Босс. Босс лошар. Кстати, на всем роли. Сейчас, если честно, вот ульт обмен просто вообще наизу, да дальше его будет. Потому что он просто сейчас из центра поля. Это, а то вот тут сезон выбирает. Но она уже видела. А, нет? Нет. А, ну все. Давай, я не упаду. Все, давай, let's go, да. Ну, не знаю, сначала, в принципе, можно... Не знаю. О, сундук. Ну, у меня еще пакет. 800 переводной с малым. Ну, это не сундук, это все так. Ладно, это происходка. Монстры, монстры, люди. Так. Куда мне идти? Сюда. Где это? А, это шишка. А, шишка. Киш. Пацаны, так, давайте это еще раз посмотрим. Еще раз. Еще раз на это мы посмотрим. То есть... Послышим, я бы сказал. Вот давайте мы это еще раз послушаем. Как же это приятно. Эти слышу слова. Но это будто сказал кись-кись-кись-кись. Но это будто сказал... А я это будто подумал, что он сказал на П вначале. Ладно. Кись-кись-кись-кись. Да ты чё стреляешь? Ты чё кусок, что ли? Мимо стреляешь, Абоба. Боже, чё? Я могу, ну кто вы такие слабые, это все? Ну это же неинтересно играть. Ну надо... Послушай, я тогда проходил Супер Марио. Нет, Супер Марио Брос это вообще старая игра. Ну да, очень. Но я в эту игру не знаю, кто спасился. Поверь мне. Но в этой игре я ее 3 хода не мог пройти. Я в 8-м мире, последнем, всегда проигрывал на 2-м уровне в 8-м мире. Я наконец-то в таком-то числе его прошел. Правда, в таком не помню. Ну, я имею в виду число октября. У меня сейчас там сообщение пришло. Наверное, про опять про WhatsApp или про недостаточно памяти.
А, у меня сообщение пришло про WhatsApp. То, что там, наверное, опять друг по математике. Не знаю. Ладно. Так. Ладно, ребят. Думаю, на этом все. В следующий раз мы на него сделаем реакцию завтра. Да, следующее. Ну, или послезавтра, я не знаю. Тогда я буду свободен, тогда ты будешь свободен. Комментарии, кстати, включены. Вот. Да. Вот, мы вот это видео, второе, его, кстати, досмотрим, вот. Но я уверен, что во второй реакции, тогда я буду на него делать вторую реакцию, во второй реакции я не думаю, то, что я досмотрю это видео. А вот во третьей реакции, думаю, что досмотрю. Ну и потом, так ему надо сделать последнюю реакцию на Лептончика. Вот. Да, напоминаю то, что нам осталось посмотреть на канал Лептончик последнюю реакцию, да. Еще раз напоминаю то, что на канал Лептончик нам осталось посмотреть, сделать последнюю реакцию, где нам осталось на него сделать реакцию видео, осталось только Майнкрафт Бедварс, вот. Но я думаю, что в будущем у него, например, в 2023 он вернет свой канал. Да, у него канал, там это нет. Играем с друзьями. Ага. А в прошлом видео мы, кстати, доделали реакции. Мы с вами смотрели на взлом канала Трусель, часть 13. Вот. А вы, ребят, что-таки раздали задатку на цифру 6996? Эту задатку я тем более сам раздать не могу. Ну и ладно. А еще тот же, ребят, не забывайте про канал Вадима, да-да-да, я про него-то не забываю. Мы, кстати, ребят, с вами еще и полностью тоже на него реакцию делали. Последняя реакция, которую я на него делала, это на канале, где он снимал про DTA 5, да. Но, кстати, канал Вадим, он за место канала Вадим Беру, теперь стал Вадим Щит. Мне тоже осталось сделать последнюю реакцию. Да блин, у меня пауза не стоит. И еще также не забываем то, что у него был канал еще и Вадим, на котором были видео обзор на праздник спорта PlayStation 3 и обзор на Шоколад Милтон. Да, вот на этот канал, кстати, ни одну реакцию не сделал, но сделаю в будущем. Тогда-то, если я буду свободен от урлотов. Ладно, на этом все, ребят. Всем удачи, всем пока.